Лечу в Грузию бизнес-классом. На Airbnb я снял квартиру на неделю. Вот с таким вот видом. Тут внизу я выходил выбрасывать мусор, и из мусорки выпрыгнула собака. Никогда раньше такого не видел. Это вот пристройки. Это метро рядом с моим домом. Я еду смотреть на квартиру с классным видом. Вот такой вид. Но хозяева были какие-то наркоманы или алкоголики. Я, в общем, не стал. Это мои деньги. Впервые у меня я видел 100 долларов. Приехали чуваки из Калининграда. Сережа и Ваня классные. Это такая же фотка? Весь этот месяц я тусил с разным размером бровей. Я тебя видел. Квартплата. Ну, я с тобой разговаривал. Что ты тут делаешь? 5 месяцев. Бизнес. А разрешение есть у тебя? Месяц, что ли? Вроде год. Вроде год. Правильно сказал? Я точно. Слушай, ты я штрафую, мой брат. 3 месяца, куда можно? Слушай, перейди границу и сюда. Что? Ну, в Турцию, перейди и сюда. Давай. Раз. 5 месяцев. А мне уже надо. Слетал к чувакам в Питер. Тут я подрался во сне с каким-то мужиком и выбил палец. Вернулся в Грузию, тут продолжаются акции. Это мой любимый магаз. Письмо от Ольги Васик. Справа мой бассейн. Тут возле бассейна продавали классные шашлыки.
встретил знакомого из Каменска. Это мои вещи, я уезжаю.